нашем канале. Сегодня я расскажу вам о том, как украсить пруд, озеро, речку, сухой ручей, любой водоем, будь то искусственный или настоящий. Итак, перед вами два мостика, необыкновенно красивых. Этот мостик оборудован светодиодной лентой, она уже входит в комплект. Особенно хорошо он смотрится ночью. Второй мостик оборудован вот такими чудесными фонариками. Мостик изготовлен из металла, украшен очень красивой вот такой вот кованым прутом, оборудованным фонариками. И самое главное, у него есть вот такая площадка, на которой я стою, она выполнена из древесины. Древесина покрыта специальным составом, который не боится никаких атмосферных осадков. И самое интересное, вы знаете, вот такими мостиками вы можете украсить не обязательно настоящий пруд или настоящую речку. Сейчас ландшафтным дизайнерам очень популярны сухие ручьи, которые изготовлены из различных камней. И вот такой мостик может служить вам просто дополнительным украшением к этому сухому ручью. Но это опять еще не все. Посмотрите, какие мне расчудесные птицы. Птицы выполнены фактически натуральную величину. Самое интересное, что художники проработали даже мельчайшие детали. Глазки, перышки, все прорисовано с мельчайшей точностью. Птица изготовлена из материала, который называется полистол. Он не боится никаких атмосферных осадков. И, в общем-то, можно даже оставлять их на улице, даже в зимний период времени. Покрытие очень устойчивое и повторяет прям настоящую раскраску птиц, то есть которую есть в живой природе. На самом деле, вот эти вот фигуры, они, несмотря на то, что они такие вот большие, они очень достаточно легкие, то есть я могу их перемещать в любую часть сада. И еще момент такой, если у вас пруд все-таки настоящий, или вот как у меня с камышами, вы можете вот этих пернаток поставить внутрь водоема. Как я уже сказала, материал не боится никаких атмосферных остатков и воды. Вот эту всю красоту, включая мостики, включая птиц, и даже в 1000 раз больше вы все это можете найти в интернет-магазине «Китсад». Заходите туда, делайте удачные покупки, декорируйте ваши водоемы. Поверьте, это здорово. Доброго дня, слушатели нашего канала. Декоративные мостики – это оригинальный элемент ландшафтного дизайна. Если на территории вашего сада имеется водоем, пруд или ручей, то вы можете значительно преобразить эту территорию, установив мост. Мостик украсит окружающий ландшафт, сделает это место практичным для прогулок. Также мостик может служить элементом зонального разделения вашего участка. На нашем сайте представлен широкий ассортимент мостиков, укомплектованных фонарями или светодиодной подсветкой. Совершенно невероятный и сказочный вид приобретают ажурные кованые элементы вечером. Стоит лишь включить светодиодную подсветку либо фонари на фотоэлементах. Прогуливаясь в это время суток, можно насладиться тихим и спокойным вечером. А с помощью дополнительного освещения можно создать романтичную обстановку. Наиболее красивые арочные мостики, представляющие из себя кованый каркас, гармонично дополненный деревянным настилом или ступеньками. Такие модели устанавливаются на ровных участках и актуальны даже в тех случаях, когда в саду нет водоема или овражка. Ландшафт можно дополнить садовыми фигурами. Это могут быть фигуры птиц, животных, различные статуи или искусственные камни. Их можно поставить рядом с мостом или невдалеке, создав красивую композицию. Ждем вас на нашем канале «Хитсад ТВ».